Что мы сейчас готовим? Супа сделали, покушали, дети покормили, они сладкие хотят. Вчера сделали пирожные, нету. Они опять хотят. А еще мы когда вчера выставили, одна девочка писала, ну оно похоже на покупной. Ну конечно похоже, если делаешь все красиво и на покупной. Но вкус на покупной не похоже. Вот смотрите, пекли обычный бисквит. Вот перед вами, смотрите. Вот обычный бисквит, да? Мы сейчас блендером размягчим. Но можно и руками. Но руками тоже хорошо, но блендером прям в один в один. Сейчас мы с вами вместе вот так будем размягчить. Мягчить. И потом все покажу, как все это быстро и вкусно. Смотрите, дорогие мои, крем уже готово. Сейчас будем блендером размягчить и добавлять сюда. И размягчать. Потом я все покажу. Очень легко и быстро. И вот поблендерили. Смотри, какая крошечка получилась. Шикарно. Видите? А это уже посуда для них. Сейчас мы будем потихоньку добавлять сюда. Смотрите, здесь крем. Уже готово. Самый мой любимый крем. Потихонечку вот это добавляем сюда и размешаем. Мешаем как тесто. Вот так. Смотрите, но сильно не набивайте, чтобы жесткий не было, чтобы нежнее было. Добавлять всегда можем, а убавлять не можем. Хочу показать, как она должна быть. Смотрите, беру чуть-чуть. Смотрите, это уже крем и бисквит. Вот так берешь. Вот смотрите. Форма уже как вы хотите, так и делать. Можно длинную делать. Можно как картошка длинную. А я люблю кругленький. Смотрите, как красиво. Смотрите, девочки, это очень легко. Это несложно. Хотя я не фудблогер, но я стараюсь все вам показать, писать. Поэтому мне очень приятно, когда говорит тетя Руся, когда я твою готовлю, у меня все получается. Вот, это очень легко. Чем еще она отличается? Может быть, одна больше, одна меньше. Это бывает, поэтому домашний. А государственный все вешает. Еще государственный, ты не знаешь, кто делал, из какой муки, какая-то масло, маргарин. Домашний лучше всего, а еще быстро, легко готовить перед вами. Вот, а вы говорите, похоже на государственный, вот это большой, ну бывает такой, но ничего страшного, вкус зато на месте. Все, готовим все с любовью и кушаем на здоровенько. А сейчас я это поставлю в холодильник, немножко, чтобы она плотненько стала, и все. Готовим с любовью, дорогие мои. Все для вас, Арус Кавказ.